Телекомпания «Ахтуба» и «Волжская ГЭС» проводят ежегодный конкурс детского рисунка. Традиционно в нашем творческом турнире принимают участие детские и дошкольные учреждения. В этот раз свои фантазии на тему «Вода, Волга, ГЭС» прислали малыши из детского сада номер 53 Волжского. Мальчишки и девчонки, которым всего по 6-7 лет, нарисовали Волжскую гидроэлектростанцию, большие и маленькие машины передвигаются по плотине, а на берегу взрослые дети наслаждаются красотами Волги. Пожелаем всем ребятам удачи и успеха в нашем конкурсе. Его итоги будут подведены 22 марта, в Международный день воды. Авторов лучших произведений ждут подарки и экскурсия на крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию.